Доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Я уже на работе. Жду клиента. И... Короче, девочки, я же вчера ничего не купил. Я вчера вообще ничего не купил из того, что я вам показывал. И сегодня я хочу заехать после работы, все это купить. Ну, не все. Посмотрите, что я куплю. И все вам покажу. Вот. Точно все брать не буду, потому что кое-что мне не очень понравилось, а что-то понравилось очень-очень сильно. Вот. И со многими у меня совпал вкус. Поэтому я вам покажу попозже. И так спать хочу, я вообще не выспался. Думаю, моя клиентка. Смотрите, какая у нас красота. Такой жилой комплекс. Говорят, проблемный. Говорят, у него там с какими-то с окнами, с вытяжками проблемы. Первый знает. Кстати, это наша зона маникюра-педикюра. Для педикюра. Зона маникюра вон там. Вон она. Вот она. Да. Нет, не моя клиентка. Ну, короче. Пойду я готовиться, пойду попью воды и буду ждать клиента. Парам-пам-пам. Мальчики, девочки, девочки, мальчики, я отработал. На сегодня я отработал. Представьте, только сел, клиентка пишет еще одна. День. Да. Можно. Так. Сейчас, секунду, чтобы не отвлекать вас. Сейчас, секунду. Не это. Подождите, сейчас, секунду. Так, запись сделал. У нас вот такие штуки продаются. В холодильнике свежие. Думал, надо подкрепиться. Вот такие бургеры. Подождите. Не той рукой. Вот так, блин. Блин. Включил пальцем. Так они выглядят. Это бургеры с курицей. Я их разогрел чуть-чуть на работе. Ну как чуть-чуть? Что он же сплавился, этот пластик. Так. Ну что, поехали в авиапарк. Подождите, во-первых, поставить надо, блин, лагерь, как ее. Как называется-то? Маршрут проложить надо. Я ж так себе. Водитель-то тот еще. Дорог вообще не знаю. Так, авиапарк. Авиапарк. Поехали. 32 минуты. Что, как вам показывать ехать? А, ну только дорогу-то я эту знаю. Как домой ехать? Так. Меня опять тут обложили собаки сутулые. Со всех сторон. Своими автомобилями. Так. Вообще не понимаю, честно говоря, как жители этого дома справляются с паркингом. Просто. Подземных нет. Наземный просто забит. Просто забит. Подождите, давайте я проеду. И вы потом поедете. Как я хочу жрать. Я очень хочу жрать. Это так вкусно, когда жрать хочешь. Не, на самом деле это правда вкусно. Охранников наших любимых приезжал. Скажу, тут у него работа, а?
это очень вкусно. Девочки, нам надо решить, что мы берем. Я точнее решил. Я даже хочу кружку Starbucks. Но не могу понять, то ли золотую, бронзовую, то ли черную. Мне кажется, бронзовая как-то повеселее смотрится, нет? Я вот думаю, бронзовую взять. Обе. Нахер они мне обе нужны? Не. Может быть и нужны. Так вкусно. Знаю, что ты раз сказал. Ты, короче, компания. Каждые два дня с утра привозят нам на работу вот эти готовые уже еду. Очень вкусно. Я много чего пробовал у них. Очень вкусно. И если что-то остается, ну, два дня проходит, что-то остается, к их новому поставке, к их новой, они все это забирают. Ничего просроченного у нас нет. Всегда все свежее. Нереально вкусное. Представляете, узнавал по поводу колес поменять, ну, на зимние. Раньше четверга нельзя, а у меня в четверг съемка по поводу носа. Вот, а в пятницу я работаю, ну, с утра, наверное, поеду, поменяю. Что-то я еще хочу прям. Чем-то вкусненько было. Кухня здоровья называется. Ну, у них даже есть это, Инстаграм. Разогрел, да? Вся поплавилась. Зубочистка нужна. Ну, естественно, у меня ее нет. Жень, что ты ищешь-то? Так, все. Я буду ехать. Мне надо еще пару звонков сделать. Ты же деловой парень. Вот, и встретимся в магазине. Девочки, я уже в магазине. Девочки, мальчики. Смотрите, коллекции какие. С этими, с Микки Маусами. И вот мне нравится вот эта кофта. Мне кажется, в ней что-то есть. Прикольная, да, такая? Можешь померить? Или херня? Цвет вроде бы мой. Это мои цвета все такие, знаете, цветотип летний, который. Такие есть. С рукавами. На рукавах Микки Маус. Это музыка. Это ужас. 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 Рубашку можешь такую купить дома ходить. Сейчас зима. Холодно. Будет 1500 всего. Надо что-то купить. Потому что мне в футболках вечно холодно. Я вчера в этот магазин не заходил, поэтому... Ну, дай-ка я сейчас зайду. С собаками. Ну, шапки. Каких только нет. О, как у Инкиного друга. Кстати, реально.
Красивый цвет такой. Так, сейчас. Так, лот номер один. Мне кажется, вообще ни о чем, да? Вообще ни о чем. Неинтересно как-то. Так, это моя футболка черная. Но с другой стороны, вот так вот. Она, видите, она какая-то длинная. И узкая. Хотелось бы, чтобы она была покороче, но пусть пошире будет. Ну да, H&M такое, конечно. Говно то еще. Ну ладно, продолжаем. Вот эту рубашку я хотел взять для того, чтобы дома ходить в ней. Она такая утепленная. Ну как утепленная? Ну просто тепленькая, приятная. Я вот думал, может быть, ее взять, чтобы дома ходить, но... Здесь освещение ужасное. Вот с такими шортами я хотел дома носить их. Правила возврата товаров уточняйте у сотрудников магазина. Мне шорты нужны. Мне дома не в чем ходить. Я думаю, что эта рубашка тоже очень даже приятно смотрится. Сейчас буду мерить вот такие зеленые с такой футболкой. Мне кажется, что-то в этом есть. Так. Я взял две пары шорт и этот как его. А, кстати, бодишоп, мне нужно зайти, кое-что посмотреть. Две пары шорт и рубаху вот эту взял. Розово-черную. Очень клевая. Сейчас, подождите, вернусь. Я зашел в бодишоп, купил воду туалетную. 3 копейки стоит, но не для себя, а чтобы дома освежать. Короче, очень крутая. Покажу. Запах просто космос. Я вчера попробовал его. Я домой пришел. И это... так вкусно пахнет. Короче, буду это... квартиру освежать им. А теперь мне нужно зайти, собственно, в зал. И забрать этот... это пальто. Девочки, вот оно, это пальто, в общем, вчерашнее. Ну что, забираем. Кто-то писал, что красное на мне сидит лучше. Ребята, это вообще разные фасоны. Видите, у этого плечо спущенное, такое более модное. У этого более классический все-таки вариант плеча. Вот, поэтому, ну что, берем. Так, SM. Это тоже, по-моему, SM вчера был. Да, тоже SM. Ну что, 7000. Мерить будем или не будем? Короче, пусть будет. Хуже не будет. Вот такие штанишки укороченные. Ховичок. Сейчас мне опять эта песня не прокатит. Короче, все, я иду рассчитываться. Смотрите, играют с телефона, ребята, с телефонов со своих.
Ты колюха, бля. Пока их девчонки, видимо, ходят, затариваются. Ой, смотрите, какой костюм. Цвет такой красивый, коралловый. Пудрово-розовый, не знаю, как правильно даже. А, ну так естественно, блядь, женский. Естественно. Что-то сейчас Дисней рулит у всех. Внимание, вы сидите, Бабенко Александр. Просим подойти вас в основную информацию, расположенную на первом этаже. Народу вообще нет, никого нет. Где у нас Токман? Что-то я потерялся. Как Юля вчера. Пойду я, наверное, пожру куда-нибудь, залезу. Хочу пиццу, я хочу пиццу. Я хочу пиццу и пиво. Значит, я пойду сейчас домой. Точно, я, короче, поеду сейчас домой и это... Пойду в Азию, куплю пиццу и пиво. Вот. А, блядь, в Азии нет пиццы. Такой я фантазер. Так. Мне еще продуктовый надо зайти в магазин. Он Ашану. Стоять в Ашане. Мне надо пудру для волос купить. Вот, кстати, у Ховы, где я покупал Ховы свой. И броше. Так, ладно, короче, поеду я домой. Я хочу реально пивка. И пиццу хочу. Что делать-то? Пиццу хочу и пивка. О, Samsung. Где я покупал оба Samsung, ругался с ними потом. Потому что, честно говоря, Samsung мне не зашли. И почему я хочу за 170 тысяч Samsung, я не понимаю, блядь. Мало двух телефонов было, блядь. Ну вот, iPhone 12 вообще не хочу. Вот не хочу. Если, блин, выбирать, то я, наверное, даже вот 11 себе бы взял бы Max и все. Не хочу прям. Ревгош. Аш, алкаш. Apple якутские бриллианты. Аквариум. Так, девочки, мальчики, короче, мне больше ничего не надо, реально. Я просто хочу жрать и хочу пивка холодного. О, Стокман. Юлька говорит, сходи себе, посмотри на день рождения пуховик, подари себе Карл Лагерфельд пуховик. Ну, пойдемте посмотрим, пойдемте его посмотрим. Я его мерил, он мне понравился, он 70 тысяч стоит. Я вот думаю, сделать себе такой подарок любимому или не сделать. Ой, или потом уже с ней приехать. Что-то прям мне лень как-то, честно говоря. Ну, Карл Лагерфельд, где мои кружки стоят. Ну, как мои. А, подождите, я же хотел эту кружку. Да, я хотел эту кружку, я пойду ее куплю. Где она? Где у нас Starbucks? Я хочу бронзовую. Все, я понял, я хочу бронзовую кружку. Я хочу утром пить из бронзовой кружки. Черная скучно. Хочу бронзовую. Все, и точка. Так. Боска. Не знаю, такие для любителей России. Прямо вот жестких любителей. Вот он, Starbucks. Так, сейчас. Шапки. Вот они. Что, взять? Или, блядь, не надо? Сейчас я подумаю. Знаете, что я думаю? Что будет не очень удобно и комфортно пить из металлической кружки, вот честно говоря. Мне кажется, реально будет неудобно. Ну, точнее, это будет... Давай, блядь, вот, падай. Как-то кофе пить из металла? Хер его знает. Мне нравится дизайн. Я понял, мне нравится дизайн. А кофе все-таки пить лучше из таких.
Это, блядь, еще и дешевле. Тяжелая, пипец, просто. Очень тяжелая. Не, не хочу, правда, не реально, из металла не очень хочется пить. Передумал я, не хочу, правда. Что-то как-то меня обламывает. В Uniqlo тот свитер, который я вчера мерил, бирюзовый такой, цвет морской волны, не знаю, зеленоватый, как его правильно. Тоже не знаю, надо ли мне брать, у меня просто классических вещей нет. Я, в принципе, классику так особо не ношу, у меня casual, либо что-то спортивное, поэтому Armani джинс. Поэтому, наверное, это тоже не моя история. Все, поеду я домой. Реально, я хочу Levi's. Levi's. Я сегодня, знаете, что думал? Я еще сегодня думал, даже нашел в интернете, короче, роликсы. 363 тысячи, что-то такое. Я прям думал, блин, надо, не надо. Мне, знаете, мне очень нравится в двух металлах, когда он золото с серебром. А там было чисто серебряный металл и этот, как его, и циферблат был, вот цвет такого непонятного. Вот, то, что я хочу, конечно, стоит гораздо дороже, гораздо. Поэтому я думаю, нахер я тогда буду покупать то, что мне изначально не нравится, тем более за такие деньги. Но 363 для роликсов это недорого, вообще недорого, вот вообще. Это самая низкая цена практически. Так, Кичиленд мне ничего не надо, кофе тем более мне ничего не надо. Телефончики. Кстати, надо этот какую кнопку эту купить, заказать. Бля, я не взял этот. Для машины пропуск не взял. В машине валяется. Сейчас надо будет выйти, забрать. Че ж все такое, а? Россия. Главное всегда вспомнить, где ты припарковался. Где-то вот здесь, да. Вот, стой. Все положу. Представляете, у меня полный багажник, постоянно. Чего такого нет, блин? Тепло. Да, вот он. Чё, телефон второй с ума сходит. Все. Поехал я домой. И вечерком. Не вечерком, а позже скажу в ресторанчик.